Снова в атаке немецкие футболисты. Крамер не стал идти вперед. Остановился, дождался партнера. Это Филипп Лам. Последняя минута вот-вот пойдет. Второго экстра тайма, второго дополнительного тайма. Шурле, Шурле, вот сюда на Азила и решай, Мисут. Что они делают, а? 2-0. Домой! Алжир едет домой, но едет героями. Бундесманшафт! В четвертьфинале на Первом канале Франция-Германия. В Рио-де-Жанейро на Маракане. 4 июля. Браво, Германия! Брависсимо, Алжир! Это был сумасшедший матч, в котором, конечно же, класснее и успешнее была сборная Германии. Так и должно было быть. Алжиру не хватило силенок. Не забил Шурле, но забил Озил. Вот этим добиванием мимо рук Мболи и рядом с головой Белькалема мяч пролетел. Немо, молодец. Все-таки свое слово сказал сегодня Мисут Озил.